Крымский репортаж. Ура! Это мост в Морском над дорогой. Когда-тошний пансионат, Новолипецкий металлург, недостроенный вариант. Рекомендуют не повторять такого больше никогда. Я имею в виду вот такую вот картинку. А это вот, кстати, вот это вот сами остатки этого пансионата. Вот где-то здесь снимали фильм, Бондарчук снимал «Обитаемый остров». Мой один из лучших друзей Андрюха Румынский работал там вторым режиссером. Андрюха, тебе привет, кстати. Вот. А жалко, туда пройти нельзя. Ну, пойдем гулять обратно. Вот это вот Новолипецкий металлург. Крымский репортаж.